Добрый вечер всем подписчикам и зрителям моего канала «Одесса», 25 июля. В Одессе все спокойно, тихо, мирно. Сегодняшний день прошел без прилетов. 5 минут назад прочитал такую информацию о том, что украинские военные сбили очередной российский самолет Су-25. Его уничтожило подразделение противовоздушной обороны Сечеславской бригады десантно-штурмовых войск. Один такой штурмовик-истребитель стоит около 11 миллионов долларов. Сбит он был с помощью ПЗРК «Игла». Также хотел бы пару слов сообщить о Николаеве. В Николаеве без 15:08 сообщили о нескольких прилетах. В небо поднимались клубы дыма. Но на тот момент воздушной тревоги не было. По предварительной информации сообщалось о том, что удары наносятся с РСЗО. Касательно того, почему на момент прилета в городе не было тревоги, сообщают о том, что тревогу включают, когда средства ПВО обнаруживают вражеский самолет, либо ракету, либо что-то, что несет угрозу. В случае с обстрелами города дальность полета снаряда из РСЗО и его высота слишком маленькие и низкие, а скорость подлета пару минут. Возможно, поэтому средства ПВО ее не видят, поэтому тревоги нет. И буквально через некоторое время, уже 8 часов, началась в Николаеве воздушная тревога и сообщалось о том, что прозвучало более 6 взрывов. Пока нет никакой подробной информации о том, куда были нанесены удары, есть ли пострадавшие, какие разрушения, как только появятся, сразу же буду сообщать. Я на связи, обязательно подписывайтесь на канал, до встречи, всем пока.